На этой речушке выросло 4 поколения. А теперь нашим внукам, в общем-то, даже ноги не придется мыть. Нечистоты непонятного происхождения в местную речку сбрасывают уже несколько месяцев, рассказывают жители поселка Коммунар. Ровно окраине поселка рабочие стали разрывать прошлой осенью. На вопрос, кто такие, местным жителям сказали сотрудники аэропорта. Они будут мыть самолеты, обледенение самолетов, трасса, взлетная полоса, все это будет стоянкой обрабатывать химией. Там сильная химия. Все будет это сливаться в родниковую воду, которая идет в Уды, потом идет в Донец, потом дальше. Иди жалуйся к Ярославскому, и смеются. Пенсионер Евгений Мурай расстроен больше других. Его дом крайний в поселке. Говорит, раньше рядом с двором была зеленая лужайка. Он на ней пас коз и домашнюю птицу. Теперь здесь только грязь. Ливень. Вот. Вся глина на огород пошла. Затопило картошку, буряки, все огородина пропала. Я не собрал ничего урожая, пришлось покупать по магазинам. А еще в поселке нет водопровода. Люди пьют воду из колодцев, боятся за ее качество. Мало ли что по трубам течет. Мы живем как на вулкане, вот неизвестно, что будет. Вдруг так там прорывает, оно все бежит сюда. В сельсовете паники людей не разделяют. Сотрудников аэропорта чиновники даже благодарят за помощь. Там была мусорка, свалка. Спасибо аэропорту, ну я не знаю, подрядчикам, кто там строит аэропорт. И они привозили, вывезли мусор там. Неделю вывозили. Анатолий Бугай уверяет, у подрядчика все документы в порядке. Правда, кем они выданы, непонятно. Экологической инспекцией области Киева, республиканского, утверждено. В пресс-службе международного аэропорта Харьков на запрос «Объектив новостей» ответили, что трубы через Коммунар не прокладывали. Мол, аэродром реконструирует государство. В первой столице этими вопросами ведает коммунальное предприятие «Харьковский городской центр недвижимости». Мы отправили запрос и туда. Коммунальщики журналистам тоже ответили письменно. По проложенным трубам в реку будут сбрасываться сточные воды с территории аэропорта после прохождения через очистные сооружения. Пока в реку ничего не сбрасывают, только трубы монтируют, уверяют на коммунальном предприятии. Что же все-таки течет в воду уже сейчас, нам пообещали выяснить в экологической инспекции области. Проверка состоится в ближайшее время. Екатерина Морозова, Павел Кубраков и Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».